Васильевич сидит. Ой, думаю, сладкая. Вот посмотрите, какая походка. Такой походки нет ни у кого, да? Феденька, Федька, Федька, ну где ты был-то утром? Мама Вера спрашивает, Федька не был на завтраке, вчера не был, сегодня. Просыпай, что ли? А? Мамка переживает, Вера. Думает, сладкая. Да, моя сладкая. Это верен любимец. Ай, Федька, пойдем. Пойдем, папка покормит. Ой, ты моя жопка, сладкая моя. Лет 5 назад мы с Федькой познакомились. Был дикий, папка стал подкармливать его. Шипели на папку. Шипели сначала, да. А потом подружились так, за этим домом стоянка папкина, что мы папке несколько раз мышей к машине приносили прямо. Вот как узнавал мою машину? Ты моя зайка моя. Вот он единоличник, надо есть в стороне от всех. Думаю, сладкая, где ты был? Зоя моя. Буся. Буся пришла еще. Ну, сейчас я ему открою пакетик и буду снимать. Ну, так вот, друзья, это Федька. Федор Васильевич мы его зовем. Был котик Федя. Ой, Вася, тут старенький. Летом он умер. Вот его отец. Старенький был котик. А это вот Федька. Мы с ним долго знакомились. Он долго меня не мог подпускать. Бусинка. Там Катя. Ну вот, потом подружились. Он мои мышей ко мне несколько раз приносил. Но папка не говорила, прямо к машине. К моей двери. Вот. Мы с мамой Верой в тандеме работаем. Она идет кормить в 7 утра кошек. Приходит, говорит, мне кого не было на завтраке. Я иду на стоянку и обхожу те места, где они живут. Стараюсь покормить. Вот Федьки не было ни вчера, ни сегодня. Спишь где-то, Федек? Смотрите, какой красавец. Просто красавец, Зоя моя сладкая, Васильич. А Катя какая красивая. А какие глаза раскосые. Вот у нас такие питерские коты. Всех не забрать себе, стараемся, чтобы им было получше. Вот там дырка в подвал, вот там они живут. Вот тут они живут. Ну там еще есть. 2 года назад их всех заварили, дырки эти. Мы поднимали тут панику, писали. Ну, в общем, в итоге те, кто заваривали, вот вырезали 3 дырки во всем доме. Катюха. Катюха. Феденька. Сейчас Вере позвоню, что Федька нашелся. Сладкая моя. Спал, наверное, где-нибудь. Проспал. Вера его просто обожает. Просто. Федька, редька моя. Феденька мой сладкий. Да. Федюха. А Вера так просто его обожает. Просто. Федор Васильевич, Федор Васильевич, Федор Васильевич. Втихаря от всех дома говорит, это самый мой любимый кот. Рыжий, ты чего там сидишь? А это рыжий. Смотрите, какой он сладкий. Рыжий. Ты моя зайенька моя. Ты моя зая. Вот пугливый. Зая. Вот есть кошки. Некоторые. Некоторые не пугливые, а вот и некоторые хоть что, хоть сколько их не корми, все равно пугливые. Да? Сладкий мой. Сладкий мой. Вот с такими самое трудное. Ни от блох не обработать, ни от листов не дать. Да. Зато какой зателепа. Думаю, сладкая моя сладость. Да? Думаю, красавчик. Это вот Катин брат. Так. Ну, давай.
О, у нас морозы в Питере начались. А эта молодежь вся тусовалась на улице. Мама Вера все прямо говорит, сердце крови обливается вчера вечером, что они не ходят в подвал. Нет, Катя, вон зашла. Ты тоже ходишь, значит? Да, мои сладкие, умные мои, сладкие. Да? Да, мой красавец. Да, мой красавец. Ну, конечно, ты сыт, Вера, наверное... Ну, сейчас... Сейчас полдевятого, ну, полтора часа назад она вас кормила. А Федьки вот не было. Ладно, все, заканчиваю, надо бежать на стоянку. Да, Федёк? И на работу. Тут папка опоздает. Сегодня пятница, завтра еще чего-нибудь поснимаю. Дома. Да, моя сладенькая моя. Я поклялся, что если купим когда-то себе загородный дом, первый, кто туда войдет, это Федор Васильевич. Зая моя, загадал вот так вот. Взял бы тебя, зайка, ну, 31 уже дома. Заи мои. Ладно, все, оставайтесь с Богом, зайки мои. Папка побежал.